Москва, 13 декабря 1948 года. Акуневскую привезли на знаменитую Лубянку. Там ей вырвали молнию из платья, отобрали заколки, резинки для чулок. Сфотографировали с дощечкой на груди, сняли отпечатки пальцев. Двое автоматчиков куда-то повели. Татьяна не могла поднять ногу на ступеньку. Страх ее сковал. Хотелось кричать. Женщину заперли в одиночной камере без единого окна. Запретили ложиться. Вскоре вызвали на допрос. Она надеялась, что сейчас кончится эта неразбериха. Но заслуженные артистки РСФСР предъявили обвинение по статье 58, пункт 3, часть 2 в измене родине в мирное время, шпионаже и антисоветской агитации. Начался настоящий ад. Допросы, обвинения, издевательства. Но арест не был неожиданным для Акуневской.